Как понравиться самому себе? Прежде всего, надо понять, что наше представление о самих себе создано взглядами других людей. С самого раннего детства нас оценивают и говорят, что вот это хорошо, это плохо, когда мы ведем себя, мы хорошие, когда мы вот так себя ведем, мы ужасные и так далее. И это дальше продолжается и в школе, и в этих подростковых группах, когда определяется другими людьми, что является в нас хорошим, а что является в нас нехорошим, плохим, незаслуживающим там, внимания и так далее. И многие люди продолжают смотреть на себя глазами других людей, даже став взрослыми. Но если в молодости, в детстве мы вынуждены подстраиваться под других людей, под их взгляды, то во взрослом возрасте это может становиться проблемой, потому что слишком много разных взглядов, всем не угодишь, точно кому-то вы будете не нравиться. Ну что ж с этим поделать? И нужно вырасти из этого кокона чужих представлений. Нужно определить, что для вас на самом деле в жизни самое важное, самое главное, самое ценное, и посвящать свою жизнь этому. И вы будете нравиться себе как человек, который посвящает себя тому, что считает для себя важным. И этого достаточно для того, чтобы обрести гармонию со своим собственным представлением о самом себе, с этим своим как бы внутренним «я».